На этой неделе нас ждет прекрасная погода и бабье лето. С вами сильные новости. Женя, наша рубрика «Короче», поехали. Вчера буквально на этом месте за моей спиной произошла авария, когда 27-летний водитель на Ягуаре пьяный влетел в припаркованный Hyundai, который стоял на этом месте. В УВД рассказали, что у водителя на Ягуаре обнаружили почти 4,5 промилле алкоголя в крови, его отпустили после медосвидетельствования, а вот пассажира и водителя припаркованного Hyundai отправили в больницу. Гомельский врач рассказал о том, как протекает четвертая волна коронавируса в Гомеле и в стране. Вирус стал заразнее. Если вы заболеете и пообщаетесь с коллегами либо со своими домашними, то они, скорее всего, заразятся. Стали болеть чаще и тяжелее молодежь. А вот в пульмонологии совсем нет свободных коек, как и специалистов. Врачи работают в красной зоне и очень устали, но продолжают делать свою работу. И за это им большое спасибо. На Гомельщине задержали педофила, который совращал мальчиков от 10 до 15 лет. Всего в деле фигурирует 8 человек. 43-летний мужчина уже отбывал наказание в тюрьме за схожие действия, вышел и снова продолжил их совершать. Он искал мальчиков в соцсетях и на улице, знакомился с ними, втирался в доверие и взращивал интерес к мужчинам. Дальше встречался с ними в малолюдных местах либо у себя дома, угощал спиртным, делал порнографические снимки иногда и совершал насильственные действия сексуального характера. Сейчас ему снова грозит уголовка.